Ну, продолжаем выпуск. Силовики в Дагестане нашли бомбу в доме преступника, убитого в перестрелке с полицией. Наряд был вызван минувшей ночью в село Октябрьское. Когда полицейские прибыли на место, неизвестные обстреляли их из автомобилей и попытались скрыться. Двое сотрудников погибли, но их коллегам удалось организовать преследование. В ходе погони был убит водитель машины, на которой пытались скрыться злоумышленники. В салоне нашли автоматы и гильзы. Позже убитого преступника опознали, и следователи направились к нему домой. Ну вот там-то и обнаружили взрывное устройство. В целях безопасности бомбу не стали выносить из дома и подорвали ее накладным зарядом.